Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать то, что я купила от российского бренда Романова Makeup. Я думаю, что вы уже слышали, очень много об этом бренде говорится на канале на YouTube. И вот я решила попробовать, сделала заказ с официального сайта. Они делают доставку по всему миру, и делают они эту доставку двумя способами. Один способ дороже, то есть это посылается как посылка. И второй способ — это как подарок, тогда вы можете сэкономить на посылке, но тогда не прикладывается чек. То есть я выбрала именно как подарок, чтобы сэкономить на доставке, потому что все-таки доставка в другую страну. Ну и Романова Makeup — это бренд уже, скажем так, не новый, ему уже 7 лет, он в 2014 году появился весной, и создала этот бренд визажист Ольга Романова. Она знаменитый, скажем так, визажист таких знаменитостей, как Ёлка, как Кэти Топури, как она делала макияж Ани Семенович, то есть многим, скажем так, российским знаменитостям. Она у них такая знаменитая визажист. И в 2014 году она выпустила ресницы из натурального меха. И эти ресницы, они принесли бренду просто широкую известность. В принципе, она начинала не с косметикой, а именно с этих ресниц. И если вы посмотрите какие-то макияжи, которые она делает знаменитостям, то частенько знаменитости говорят о том, что, ну, где же твои ресницы, вот они хотят, чтобы она наклеила эти знаменитые ресницы. И уже через год, в 2015-м, она выпускает свою собственную косметику, и сейчас на просторах интернета именно ее, везде рекламируются ее палетки, три палетки, одна посвященная Ёлке, певице, вторая посвященная Кэти Топури, и третья — это ее собственная, то есть Ольге Романовой посвященная. Свою собственную она назвала Rose and Peons, Ёлки, которую она посвятила, Spice and Cacao, я думаю, что это такая самая популярная, потому что она в таких, знаете, коричневых... оттенках, и я, в принципе, собственно, и купила Space and Cacao. И последняя, которую она посвятила Кэти Топури, это Chocolate and Coffee. Несмотря на то, что название Chocolate and Coffee кажется, что в коричневых оттенках, ну нет, я бы сказала бы, что Кэти Топури в таком, знаете, немножко розоватом, как будто бы. И давайте уже вместе откроем, посмотрим, я очень ждала. Посмотрите, что здесь вот так вот написано. То есть Романова Makeup, она заботится не только о красоте клиентов, но и красоте и сохранности окружающей природы. Поэтому упаковка, которую вы держите в руках, сделана и из переработанного картона. И вот тут вот она подписалась. Так что вот такая. Так вот, все это было упаковано. Вот так вот, такая вот красненькая штучка была. И здесь мой заказик был. Как я уже сказала, я сделала заказ именно вот эту вот палетку Ёлка. Очень мне хотелось попробовать ее. Ну, и давайте рассмотрим ее поближе. Вот так вот выглядит сама упаковочка. Я знаю, что девочкам, которым приходила, я так понимаю, наверное, как рассылка, им приходила в коробочке вместе с карточкой Ёлки и с ее подписью. У нее все тени называются Sexy Eyeshadow, по-моему, у нее все там и карандаши в этом же стиле, но здесь вот у меня оттенок Spice and Cacao, здесь в этой палетке 9 оттенков, стоит она 3700 рублей, но если вы зарегистрируетесь, вы получите, по-моему, если не ошибаюсь, 10% скидку, и она как бы, в принципе, действительно все время.
То есть вы делаете заказ, и автоматически у вас это 10%, по-моему, если не ошибаюсь, 10%, она снимается. Вот палетка «Елка», она базовая, универсальная, в коричневой гамме, поэтому, в принципе, я ее и выбрала. Ну и так как я уже платила все-таки за доставку, я решила купить вот этих вот ее три карандаша. Они тоже, видите, Sexy Smoky Eye Pencil. У нее есть мини-версии и есть полноразмерные продукты. Стоят они 1370 рублей. И они сделаны в Германии, и они заявлены как водостойкие. И вот у меня они в трех оттенках. Здесь, кстати, посмотрите, как интересно сделано, что вот такая вот красная внутри упаковка. Так, она как бы черная, а внутри она красная. И вот у меня в оттенке Temptation. Это такой металлический, такое что-то розовая медь, карандаш. Потом у меня Secret Haze карандашик. Secret Haze есть в мини-версии, он стоит 80 рублей, а есть вот в полноразмерном. И он такой уже оттенок мокрого асфальта с лиловым таким оттенком. И последний, он такой очень популярный оттенок, это брауни. Это такой кофейный, темно-коричневый, и это уже матовый оттенок. Поэтому, в принципе, у нее есть как матовые, так и металлические оттенки. Ну что ж, давайте рассмотрим с вами саму палетку. Так вот все это выглядит. Spice and Cacao. Здесь 13,5 граммов. Тут вот так вот все это красиво красным внутри, тут черно, тут красно, как лабутены. Здесь вот сама эта палетка. Вот так вот она открывается вовсю. Здесь у нас зеркальце с инициалами Романова Makeup. Это клееночка, которая снимается. И вот сама клееночка, а логотип этот остался, то есть он как напечатан там. И вот сами эти тени, так вот они выглядят, такие относительно большие рефильчики. Тут много матовых, я сказала бы, и два топерных металлических, шиммерных, то есть что-то вот такое вот. Ну, давайте теперь посмотрим свотчи. Видно, что они мягкие, кстати. Вот такие вот. Тут у меня царапина, давайте сюда. Ну, абсолютно похожи два оттенка, несмотря на то, что здесь они выглядят разными, но по сводчу это вообще один и тот же оттенок. Тут вот такой вот сатиновый, такой вот базовый. Давайте теперь следующие. Такой вот. Ну, металлические, они, конечно, очень пигментированные. Опять какой-то похожий вот на этот оттенок. Давайте сюда нанесу. Ну, металлические красивые, яркие. А этот... Ну, да, чем-то он отличается, конечно, от первых двух, но все же чем-то похоже. Ну и последний оттенок, вот этот. Так вот он выглядит, кстати, такой, знаете, интересный оттенок. Давайте его сюда. Ну, опять же, что хочу заметить. Оттенки очень похожи между собой, этих два вообще, по-моему, один и тот же оттенок. В принципе, эти два тоже чем-то очень похожи. Эти два
тоже очень чем-то похоже, этот чем-то похоже с этим. В принципе, если, я думаю, вы будете наносить на глазах, то разницу в этих оттенках очень сложно будет разделить. Поэтому я, наверное, складываюсь к такому ощущению, что а действительно ли нужна вам эта палетка с такими вот практически одинаковыми оттенками. Давайте сейчас просвотчим карандаши. Первый из них, это у нас будет их знаменитый брауни. Это вот такой вот. Давайте его куда нанесем. Тут уже некуда наносить. Давайте сюда. Такой вот брауни. Такой прям темно-темно-коричневый. Следующий карандашик. Это у нас будет Temptation. Это вот такой вот уже посветлее коричневый, с блестяшками, скажем так, металлический. И последний, это Secret Haze, очень, кстати, тоже популярный. Это еще один коричневый. Даже карандаши, несмотря на то, что они коричневые, кстати, они водостойкие, они то, знаете, вот отличаются друг от друга, где если взять сами тени, то, ну, разницы, ну, практически нету, поэтому, не знаю, вот не рекомендовала бы я, наверное, покупать ее, потому что оттенки, ну, вообще, они, в принципе, похожи очень. Ну, вот карандашики, они то отличаются, наверное, все-таки, знаете, если уж вы задумываетесь, то, наверное, задумайтесь о карандашах. Их тоже также можно использовать как тени. Но брать практически плюс-минус оттенок, наверное, не стоит. Ну вот, карандаши. Здесь вот только первый этот матовый. Эти уже сатиновые, ну и сами тени. Вообще, на солнышке они вообще, мне кажется, очень похожи друг с другом. Отличий практически и нету, я бы сказала бы. Вот они все эти коричневые, однотипные. Вот они в тенечке. Вот они. 33 оттенка коричневого. Ну, матовые, как говорится, они в Африке матовые. Тут чудо не увидите. Но вот хотела бы обратить внимание на нижние оттенки. Первых два это такие, как сатиновые. А последние два это такие металлические. Металлические, знаете, с одного сводча вам хватит накрасить себя и всех своих соседей. Они нереально какие-то тягучие. Я не знаю, сказать, что они пигментированные, это просто обидеть их, потому что слова нету, чтобы описать, насколько они яркие, насколько они пигментированные, насколько они тянутся, просто они нереально тянутся. Так вот покажу. Очень жалко, что в этой палетке всего лишь два таких оттенка, да, вот два сатиновых, тоже, кстати,
очень хороших, мягких, и, ну, конечно, металлических, тут просто, вот если бы она сделала бы палетку из одних металлических, я была бы первая, кто заказала бы эту палетку 100%, потому что, конечно, ну, матовые, как бы они и матовые, понятно, ну, так, что у меня тут, вот, матовые они у меня, как бы, и понятно, что вот матовые и матовые, да, причем, вот видите, второй и третий оттенок очень между собой похожи. А вот эти, конечно, это что-то с чем-то. Просто вообще. Вот, посмотрите. Ну, вот матовый еще раз вам покажу. Вот, видите? И вот, конечно, эти, это что-то нереальное. Вот, посмотрите, как это все красиво сияет, сверкает. Какой красивый вот этот... как его, серебристый оттенок, это не совсем серебристый, но как бы это и серебристый, но что-то в нем есть, вот в нем есть какая-то изюминка, которых нету в других серебристых оттенках, вот он такой красивый очень серебристый оттенок, ну и, конечно, пигментация тут просто заоблачная, ну и сияет тут просто, посмотрите, как не в себя, с космоса просто, просто с космоса. И, кстати, пока я снимала видео и показывала вам тень и карандаши, на email от Романа Романова Makeup мне пришла рассылка, что у них появилась база под тени, и если я их куплю там буквально, по-моему, за 2 дня, то в подарок они дадут их новый карандаш для глаз в оттенке фисташковый, пистачко, и которого еще даже нету в продаже. Сейчас он, конечно же, когда я выставлю это видео, он уже появится в продаже, но на тот момент его еще не было в продаже. И, конечно же, я захотела очень купить, и вот мне пришли эти. Все это, конечно, было завернуто. Здесь, естественно, ее, вот как всегда, надпись. И вот у меня пришли тени, ой, база под тени. Очень мне понравилось, что она вот в такой вот оригинальной упаковке. И оттенок для глаз. Здесь вот Baby Doll, You Need Some Rock and Roll. И вот в оттенке Pistachio. То есть фисташковый оттенок. Ну, вообще, изначально, конечно же, меня подкупила сама база. Очень интересно мне показалось. И как говорит Романова, что база будет держать ваши тени очень долго, то есть типа стойкая база и все такое, как всегда, все красиво, кстати, сделано в Германии, здесь у нас 1,4 грамма, но ее, обратите внимание, удобно с собой брать куда-то, здесь вот такой вот она как сделана в виде карандаша, как карандаша теней для глаз, но это база, и поэтому мне показалось очень, знаете, такая вот интересная идея, захотелось мне попробовать, как же это выглядит. И выглядит, и на мой взгляд, очень удобно наносить на глаза, потому что такие в основном базы, которые у меня есть, их нужно наносить или кисточкой, или пальчиком. А здесь вот такой вот как раз тоненький уголочек, прям удобно, как тени, просто наносите, пальчиком прихлопали, и все. Мне почему-то показалось вот это вот очень заманчиво, и я прям, знаете, сразу захотела. Давайте посмотрим, как вот так вот это, такие вот, такого оттенка, можно сказать, база, она слегка подсвечивает, не знаю, видно вам это или нет. Так вот она выкручивается. Ничем абсолютно не пахнет. И давайте закрою. Так вот все это у нас выглядит в таком карандаше. И вот такая вот она подсвечивающая. Здесь такие вот как... Она не матовая база, а она такая, знаете, сатиновая, я сказала бы. В одном всего лишь оттенке. Наверное, такая, знаете, универсальная. И вот, не знаю, видно вам или нет, но блестки тут есть. Вот. То есть, если вы хотите наносить эту базу, а потом наносить матовые тени, то она, наверное, вам не совсем подойдет, потому что блесточки тут есть, и вот они такие вот мелкие, я не знаю, видно вам или нет, эти мелкие блесточки, они присутствуют, такие вот, не знаю, как это вам показать, вот, наверное, тут, надеюсь, видно,
мелкие блесточки. На солнышке они видны, конечно, получше, но они есть, эти прям мелкие-мелкие, совсем малюсенькие блесточки. На солнышке будет все это подсвечиваться. Так что вот имейте в виду. Ну и карандаш в оттенке фисташковым, как я уже сказала, вот он. Вот. Не знаю, тут пытаюсь ловить солнышко, чтобы показать вам блесточки, но я думаю, что вы поняли эти блесточки. Вот, ну и в оттенке фисташковым давайте покажу. У меня это мини-версия, у нее есть на сайте как большие карандаши, так и поменьше. Здесь вот 0,8 грамм, эти 0,8 грамм стоят дешевле, чем большие карандаши. Но можно купить как большой, так и маленький. И вот они, ну естественно, раз в подарок положили мне маленький. Вот он фисташковый, здесь естественно написано, что он водостойкий. Сделан также в Германии. И посмотрите, какой красивый оттенок. Вот такой вот он красивый. Очень мне нравится. Смотрите, как красиво. Такой вот зеленцой. Ну, я думаю, что вы все знаете оттенок. Фисташковый оттенок. Как тут показать вам получше. Так что вот оттенок карандаша мне, кстати, очень понравился. Мне, в принципе, и база понравилась. Я, ну... Наверное, больше не люблю, чем люблю прям глухо-матовые макияжи. Я люблю немножко такой, знаете, чтобы хоть немножко сатинчик был. Поэтому база мне, в принципе, прекрасно подойдет. Но насколько она будет держаться, я, конечно же, расскажу в конце видео уже. Ну, а здесь вот покажу еще раз вот этот вот красивый фисташковый карандаш. Он уже у нее, когда я выставлю видео, конечно же, будет в продаже. Так что, если вас заинтересовал этот оттенок, то можете посмотреть. Не знаю, как-то так вот получше вам показать его. Вот он. Такой вот. Давайте поближе покажу. Такой вот красивый оттеночек. База. База вообще мой фаворит. Мне кажется... Классная база, она такой, дает такую, такой немножко, видите, блеск. То есть, если вы хотите прям совсем наглухо матовую базу, то вам не понравится Романова мейкап. Ну, а видите, если вы хотите с таким немножко блеском, то это та самая база, на ней все смотрится и держится долго, смотрится красиво, очень удобно наносить, потому что он в виде такого стика, у меня вообще он войдет в фавориты этого года, потому что я им пользуюсь, вот я как я его попробовала и начала им пользоваться, я просто теперь только этой базой пользуюсь, я убрала все свои остальные базы и пользуюсь только этой, хотя обычно я вообще, я покупаю все-таки, я базы для лица не покупаю, для глаз все-таки покупаю, потому что есть какие-то, знаете, такие тени, которым нужна база. И вот эта база мне очень понравилась, очень красивая. Ну, самое на самом-то деле, самое классное, что она стойкая, на ней все очень хорошо держится и не скатывается. Что у нас по карандашам? Мой вообще фаворит из этих всех, это вот этот Secret Haze. Здесь вот кажется, они какие-то, знаете, все между собой похожи. Они как будто бы такие коричневые, ну, кроме вот этого маленького, который был мне дан в подарок. Вот эти вот, они очень между собой похожи. Здесь матовый и вот эти вот металлические. Вот у меня получается три металлических и один матовый. Матовый вот этот брауни, он такой, знаете, очень жирненький. И он... скатывается, ну нет, не скатывается, он размазывается, то есть из-за того, что он такой вот прям жирненький очень, то когда вы его наносите на глаза, так, что это не хочет у нас тут фокус ловить, вот, когда вы его наносите на глаза, он из-за того, что он очень мягкий, да, и где-то у меня, например, такие все-таки жирноватые веки, то этот карандаш, он у меня как-то, знаете, начинает как-то расползаться, да, со временем, то есть он у меня не держится так вот четко, он прям так, знаете, ну, как будто бы вы его начинаете подтушевывать,
ну, сейчас у меня застыл, и вот немножко он как будто бы, знаете, начинает так подстираться, ну, размазываться, так можно сказать, потому что он очень жирный, он, наверное, из всех вот этих карандашей очень жирненький, да, вот эти вот матовые, несмотря на то, что матовый, он не царапает века, он прекрасно наносится, конечно же, он быстро закончится, да, из-за того, что он такой, но, тем не менее, он смазывается. А вот металлические, где, казалось бы, вот именно они должны скатываться и смазываться, они вообще держатся прекрасно, просто, просто прекрасно. Конечно, вот этот вот карандаш писташа, да, фисташковый, как самостоятельно, просто как подводка, он слишком яркий, вернее, слишком светлый, и, видите, он не совсем подойдет, только в уголок глаза. Его, конечно, просто как стрелочку наносить, только если на низ куда-то, наверх, да, то есть будет слишком, мне кажется, ну, заярко, да, как хайлайтер такой будет. Ну, цвет красивый, держится вообще идеально, тут претензий никаких нету. Но самый-самый мой любимчик, это вот Secret Haze. Он очень красиво смотрится на глазах, и даже, знаете, когда я его носила на работе, у меня даже спрашивали, что это такое, что это за карандаш такой красивый. Он прям, знаете, очень красиво смотрится на глазах, он тоже такой жирненький, он тоже у вас быстро закончится, и мне кажется, такого типа карандаши нужно точить, то есть вы его ложите в морозильник, и потом вы его точите, да, потому что иначе он очень мягкий и может... скажем так, ломаться, ну не ломаться, а быстро стираться, неудобно его будет точить, конечно, так жалко, да, тут стачивать карандаша много надо, мне кажется, уже могли бы сделать просто выкручивающийся, чтобы не терять столько продукта, но он действительно классный, он вообще мой просто фаворит, вот каждый раз, как я наношу на работу Secret Haze, то у меня многие спрашивают, что это за карандаш, он такой, знаете, прям фаворит не только у меня. И вот этот вот Temptation, я думала, что он как-то очень будет похож на Secret Haze, но нет, они, кстати, разные. Он такой, видите, посветлее, он уже более такой, как коричневый. Такой, видите, получается, как светлый. А вот этот вот Secret Haze, мой любимый, он потемнее. И они вот вы наносите, видите, несмотря на то, что это такой металлический оттенок, он абсолютно никуда не деется, он никуда не скатывается, он не стирается, не смазывается, с ним абсолютно ничего не происходит. Вот со всеми вот этими металлическими оттенками абсолютно ничего не происходит. Вот не знаю, они, видите, застывают, и все у них прекрасно, да, вот, все у них прекрасно, никуда они ничего не деются. Поэтому вот тоже мне понравились карандаши, хорошие карандаши, мягкие карандаши. Присмотритесь к ним, они действительно классные, особенно вот присмотритесь к металлическим. Вот металлические, мне кажется, заслуживают отдельного своего внимания. Вот мне карандаши очень понравились. Ну, могу, в общем-то, сказать, что палетка мне, конечно же, понравилась. Я точно могу ее рекомендовать. Это какой-то бесконечно тянущийся металлический оттенок, что один, что второй. С ним очень легко переборщить, поэтому его нужно совсем-совсем чуть-чуть, чтобы по всему веку, а если вы, знаете, так вот по обычной своей схеме наберете, вам хватит накрасить себя, своих друзей и, в общем, всю родню. Поэтому с ним нужно быть аккуратным. Конечно же, если использовать матовые с базой от Романова Makeup, то матовый у вас не получится макияжа, потому что в базе присутствуют такие сверкающие частички. База, причем я заметила, кстати, на базе именно вот эта палетка держится хуже почему-то. Вот другие тени я пробовала, держатся прекрасно, а почему-то сама палетка от Романовой держится хуже. Она у меня как будто бы скатывается быстрее, чем без базы. Но по-любому держится долго. Очень хорошая палетка, она такая, знаете, из той серии, где с ней сложно переборщить, то есть хорошо подойдет для возрастных макияжей, потому что она вам сразу же не напятнит, даже несмотря вот на эти темные оттенки, вы сразу же себе не поставите пятно,
Если вы хотите такую какую-то глубину оттенка, то вам придется наслаивать. То есть изначально это получится такой легкий, как будто бы такой дымчатый оттенок. И потом при наслаивании вы уже получаете более интенсивный оттенок. То есть такая хорошая каждодневная палетка для тех, кто любит такие спокойные макияжи, такие оттенки, с которыми вы не переборщите. Поэтому этим она, так можно сказать, в этом ее плюс для тех, кто это использует как плюс. Ну, вот этот оттенок, так называемый, растушевочный, или же его можно использовать как базу. Я его не использовала как базу и не использовала как растушевочный. Я его просто использовала вот в складку какой-нибудь оттенок, и этот просто, чтобы как-то выровнять веко. То есть, ну, хороший здесь, все равно здесь, вот видите, такие вот красивые сверкающие оттенки. Все хорошо держатся, все долго держатся. Что матовый, что металлический. В общем, классная палетка. Я точно могу ее рекомендовать. У нее есть несколько этих палеток. Есть вот такая вот простая, спокойная, коричневая гамма. Есть такая покрасочнее, да, там Стапурия, это у нас елка. Да, Spice and Cacao. Такая вся зеркальная, вот, и, конечно же, классная палетка, я вам ее рекомендую, если вы ищете что-то такое спокойное, не такое прям, знаете, что вы сразу же себе какое-то пятно поставите, и, опять же, есть блестяшки, пожалуйста, вам, опять же, такие, знаете, спокойные, но классные, что они вот именно такие тягучие, вот, мне это очень нравится. Они такие прям, знаете, здесь просто вот 10 из 10, можно сказать. Хорошие, очень матовые, хорошие вот эти вот сатиновые оттенки. В общем, классная палетка, я вам ее рекомендую, мне она очень понравилась, просто супер. Вот, присмотритесь к ней, действительно классная, хорошая палетка, вот прям 10 из 10, мне она прям безумно понравилась. Ну вот на этом все, спасибо за внимание, всех целую, всем пока!